Здравствуйте, друзья! С архитектором Татьяной Синицевой мы познакомились на выставке «Архмосква». Она представляла свой проект, точнее, свою концепцию босиком в рамках коллективного стенда Беларуси. Я очень заинтересовался этим проектом, потому что он мне чем-то напомнил подмосковную дачу, рассказ о которой является самым популярным на нашем канале. И, конечно, для меня было большим удовольствием то, что Татьяна согласилась сделать с нами видеообзор своего загородного дома, на этот раз под Минском. Давайте узнаем, что же это за проект и как он был реализован у самой Татьяны. Как-то я застряла в своих бизнес-процессах, побывала у друзей, которые жили в деревне, и поняла, что мне нужен домик. Тем более, что я все детство провела у бабушки. И там у меня было очень много таких счастливых воспоминаний, очень много приключений, любви, нежности, красоты. И я поняла, что я буду искать себе дом. Я ездила, выбирала вечером направление, куда поеду, и начала как бы прислушиваться к себе. Какое место мне нужно, чтобы дом стоял на горе, чтобы рядом был сосновый лес, чтобы был яблочный сад. В конце концов, в течение полгода нашла такое место. Очень важным моментом было оценить дом, насколько он пригоден к реконструкции. Один из основных моментов, довольно-таки дорогостоящих, сложных, это фундамент. Поскольку если он уже разрушается или в плохом состоянии, то придется конкретно поднимать дом, усиливать фундамент, и это очень много дополнительных смежных работ. В моем доме был крепкий фундамент и хороший достаточно сруб, хотя ему где-то уже, пожалуй, около 60 или 70 лет. Мы убрали лишние пристройки, лишние перегородки и переделали и утеплили крышу. Один из самых популярных вопросов, которые мне задают, это «А тепло ли вам в доме? Этот дом годится ли для зимы?» Я могу сказать, что тепло и годится, поскольку мы разобрали, там, сняли старый шифер и сделали достаточно сложный интересный пирог, сохранив старый гонт, который был на крыше, и сделав вентиляцию, утепление, уложив новые стропила, сделали новое деревянное покрытие крыши. Мы подняли 3 окна, поскольку нужно было вписать кухню, и уровень столешницы не соответствовал по высоте. И мы вырезали часть бруса и переместили его вниз. Таким образом, 3 окна поднялись примерно на 20 сантиметров. И теперь столешница находится прямо под подоконником. Вообще в деревенском доме в некоторых случаях можно относиться к таким подобным вещам, как к некой аппликации. На 2-м этаже я сделала 2 стеклянных фронтона. Это достаточно была сложная задача. Монтажники очень сильно волновались, как чтобы все вписалось, чтобы все было правильно. И, тем не менее, удалось. С кровати можно наблюдать за звездами. Утром просыпаешься, летают птички, видны верхушки яблонь. Входная дверь стеклянная, с большой витриной. Очень удобно сидеть, например, за столом, наблюдать, как меняется погода, бегают кошки. Я долго думала, что делать с погребом, потому как он был прямо напротив наших красивых окон, и он был немного поврежден. Решила, что должно быть некое такое прозрачное сооружение, поэтому мы сделали такую стекляшку. И мы, когда на нее смотрим, мы видим беспрепятственно весь сад. Структура сделана из старых балок, которые использовались в пристройке. Пристройку мы разобрали в доме. Крыша сделана хитрым способом. На самом деле это за 3 копейки купленная дранка у соседа. И под ней парагидроизоляционная пленка. Поэтому она выполняет и свою какую-то защитную функцию от дождя, и в то же время очень эстетично выглядит. Вход в погреб я сделала как люк из металла, на амортизаторах, чтобы было легче открывать, и он никак не закрывает нашу стекляшку. У меня иногда спрашивают, почему я не покрасила домик, например, в черный или в серый цвет, или вообще не покрасила его какой-то одной краской. Наши белорусские домики, они очень красочные. Если рассматривать вообще нашу народную архитектуру, она очень красива. И, как правило, использовать те краски, которые продавались в магазине. И этот домик, он был таким странно зелено-изумрудным. Это далеко не мой любимый цвет. Но мне показалось, что это как-то так аутентично. Поэтому я его приняла. И даже когда разбирала уже пристройку, некоторые брусы я использовала как перегородку, частичную перегородку в санузле. И я даже оставила какие-то вот части этого зеленого цвета, потому что он для меня вот, ну, какая-то как часть истории, как часть дома, вот какая-то аутентичность. В то же время мне не хочется закрывать вот эти вот оставшиеся части дерева, поскольку в дереве я тоже вижу какую-то свою красоту. Я понимаю, что мой изумрудный цвет будет постепенно выцветать, постепенно становиться как ближе к дереву. И я это воспринимаю как некую архитектуру во времени. Это для меня, ну, в том числе интересно, когда во времени архитектура меняется. Попадая в дом, мы сразу замечаем главный экспонат – печку, которую я решила оставить, хотя она занимает целых 4 квадратных метра, но она сама по себе очень красивая, аутентичная, в ней можно вкусно готовить. Первый этаж состоит из нескольких зон. Это зона столовой напротив большой витрины, гостиная и кухня. Небольшим прямоугольником отделен санузел. Изначально дом был разделен на несколько частей. Это была перегородка между гостиной и кухней и столовой, и перегородка между кухней и столовой. Я убрала все перегородки. Часть потолка я убрала, и мне теперь очень нравится, когда проходишь по первому этажу, сквозь витрины второго этажа видны, например, сосны. В доме появилось гораздо больше света, и пространство стало более интересным. Перегородку в санузле я сделала стеклянную. У меня было такое ощущение, что если я сделаю, там, например, откушу какой-то вот квадратик, то это будет, ну, какое-то нарушение вот пространства, вот этого цельности, воздуха. Я решила, что должно быть стеклянное ограждение. Оно, во-первых, придает вот какую-то окантовку современную старине, и в то же время как будто бы ты открываешь шторы, и ты видишь все пространство целиком. Стекло, в принципе, для меня очень важно, вот рядом со старым деревом. И это как раз тот момент, который делает старый дом современным. Есть несколько способов, как превратить деревенский дом в современный. Функционально это горячая вода, канализация и интернет, Wi-Fi. С точки зрения эстетики, современным дом делает, например, искусство. У меня в интерьере есть несколько художественных произведений. Картина Максима Осипова, которая находится над диваном. Это живопись Дениса Синявского. Кроме того, современным дом делает большое витринное остекление. Черный графитовый цвет я использовала для того, чтобы как бы подчеркнуть и в то же время обрамить некой современностью старый материал. Оклады, входной двери, черные рамы остекления, некоторые элементы электрической проводки, а также черная скульптурная лестница, ведущая на второй этаж. В доме много достаточно старых вещей. Я оставила старый стул, старые стулья. Стулья словакские, где-то 60-х годов, но я их немного реставрировала. Также в доме есть скамейки. Некоторые вещи я немножко переделала. К примеру, взяла старую тумбочку, сняла старую столешницу. Из части потолка, который мы убрали, сделала столешницу новую для умывальника, покрасила все в графитовый черный цвет, и получилась какая-то новая необычная мебель. Кроме этого, в интерьере есть и современные вещи. Журнальный столик дизайнера Паулы Наводы, светильник дизайнера Микеле де Лукки. Что касается освещения, свет я делала зональным. Он достаточно камерный и теплый. На мой взгляд, в деревенском доме свет должен быть очень уютным. И мне очень нравится, как размещаются в этом интерьере пятна. Они подчеркивают красивый цвет дерева и фактуру дерева. Для меня было трудной задачей, каким сделать пол. И я решила его покрасить в такой традиционный терракотовый цвет. Когда мы убрали грубку, грубка – это печка такая небольшая, которая обогревала старый деревенский дом. Было такой задачей, как вообще заполнить вот эту часть пола, которая находилась под печкой. И я долго думала, но тем не менее нашла такое решение, выбрала плитку, которая соответствует практически на 100% цвету вот этой терракотовой краски. Конечно, было бы удобнее с отоплением, если бы я оставила эту старую печку для обогрева, но для меня очень важно было большая диагональ камина, когда можно смотреть через стекло, как красиво горят дрова. Отопление в доме смешанное, печка довольно-таки долго разогревается, но в том числе и долго держит тепло. Камин сразу становится горячим, и можно возле него быстро согреваться. Ну и также мы устанавливаем конвекционные батареи, которые можно будет включать и выключать удаленно, заранее, например, или держать какую-то минимальную температуру в отсутствии нас. Современному человеку незаметно с первого взгляда, что многие материалы здесь сделаны руками. Вот, к примеру, потолок – это скобленные доски, которые обтесывались раньше вручную. На сегодняшний день этот процесс автоматизирован, но получить вот именно такую фактуру, какую-то такую грубость и текстурность довольно-таки трудно. А старые окна было принято мною решение оставить такими, как они есть. В деревенских окнах есть очень классная черта. То есть можно утром взять и распахнуть их навстречу саду, солнцу и цветам. В то же время пришлось использовать, так сказать, старинный стеклопакет. Когда наступает холода, я утепляю одно окно, приставляю второе окно, но зато между этими двумя окнами делаю очень красивый старинный декор. Там укладывается ватка, сухие растения, елочные игрушки. Все это смотрится очень мило. В доме большой уклон пола. От края до края разница примерно 20 сантиметров. Я выбрала кухню с высокими ножками, чтобы можно было потом их отрегулировать. Таким образом мы отпилили часть ножек для того, чтобы справиться с этим уклоном. На второй этаж ведет винтовая лестница. Спальня достаточно лаконична. Панорамное остекление открывает вид на сад. Огромной удачей была старая дранка, которая сохранилась в таком прекрасном состоянии. Она очень красивая, фактурная, и она составляет главный элемент спальни. На балке над кроватью я повесила балдахин. Он придает контраст дереву, дает мягкость, уют, но и в то же время защищает от летучих мышей. На самом деле в деревенском доме довольно-таки часто можно находить паучков, мурашек, ну и вот, как оказалось, иногда летучих мышей. Есть моменты в доме, которые еще не закончены. Я собираюсь сделать переход из одной части второго этажа во вторую часть, натянув там сетку, которая будет служить и как мостиком, и как возможностью полежать над печкой, погреться или просто почитать книжечку, поваляться. Вторая часть второго этажа будет кабинетом. Там стоит сейчас старый верстак. Я хочу из него сделать современный стол. И будет там небольшой кабинетик с видом на сосны. Я получаю много откликов. Люди говорят, что они вдохновляются моим проектом. Многие хотят купить себе деревенский домик для переделки. У кого-то есть бабушкины домики. Многие обращаются с вопросами, как переделать. Я решила сделать руководство по реконструкции деревенских домиков, где будет описание этапности работ, сметы, конструктивные узлы. И мне очень нравится, что эта тема, она будет возвращать людей к традициям, к природе. У меня этот домик приносит для меня много удовольствия, и мне кажется, что эта тема, она хороша тем, что для каждого человека это некий поиск места, поиск себя и поиск каких-то радостей в жизни. Надеюсь, что этот проект отозвался в вашей душе так же, как и в моей. И это действительно большое удовольствие жить на природе и жить в таком замечательном реконструированном старом доме. Я уже начал присматриваться к избушкам в области и рекомендую вам тоже сделать это. Точно так же, как рекомендую вам подписаться на наш канал, потому что будет не менее интересно. Ну а если это видео вас вдохновило, то поделитесь им с друзьями, вдохновите и их, и помогите нам в продвижении. Спасибо, пока!